18 апреля 1945 года. 1397 день войны. В ночь на 18 апреля 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта повернули на Берлин. На ходу меняя первоначальный план операции, маршал Конев приказал командармам Рыбалко и Лилюшенко решительнее пробиваться вперед. Города и крупные населенные пункты обходить, в затяжные бои не ввязываться. 18 апреля войска 1-го Белорусского фронта взяли Зеловские высоты, самый плотный рубеж немецкой обороны на подступах к Берлину. Немецкие дивизии, батальоны ополченцев и команды истребителей танков из Гитлерюгента отчаянно сопротивлялись. Тем не менее, Зеловские высоты были взяты. Прорыв гитлеровской обороны позволил командующему фронтом Жукову ввести танковые соединения на широком фронте и нацелить их на Берлин. Немецкое командование стало спешно стягивать все свои наличные резервы к столице. В этот же день, 18 апреля 1945 года, Германия. В течение дня летчики 3-го истребительного авиационного корпуса выполнили 833 вылета и в воздушных боях сбили 76 самолетов противника. Летчики совершали по 4-5 и более вылетов, каждый раз вступая в воздушный бой. Особо отличились капитан Моргунов и старший лейтенант Кузнецов, сбившие по 4 самолета противника. Итоги дня для корпуса стали рекордными за весь период его участия в Великой Отечественной войне. Земландский полуостров. Войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по ликвидации войск противника в юго-западной части полуострова в районе порта Пилау. Чехословакия. 18 апреля на одном из участков Моравско-Остравской наступательной операции отличился командир взвода лейтенант Гридасов. Его взвод форсировал реку Опова и на захваченном плацдарме отразил 12 вражеских атак. Тяжело раненый Гридасов не покинул поле боя до полного выполнения боевой задачи, за что был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Западная Германия. Американские войска заняли города Магдебург и Дюссельдорф. Окруженные в Руре немецкие войска полностью прекратили сопротивление. Чехословакия. Передовые части 3-й американской армии вступили с запада на территорию Чехословакии. 18 апреля 1945 года. До нашей победы оставался 21 день.